одним из, скажем так, участников литературного объединения Дмитрия Кедрина. Имени Дмитрия Кедрина, это Мытищ, у нас такое литературное объединение. Дмитрий Кедрин — это поэт, который трагически погиб в сентябре 1945 года, собственно говоря, прошел всю войну корреспондентом, работал как все военные корреспонденты, на войне, в боевых участках. Вот. Я вам прочту несколько своих стихотворений. Они коротенькие такие, но посвящены, собственно, первое хочу посвятить. Оно, собственно говоря, называется «Музыкальная фея». Оно посвящено Юлии Тузовой. Это певица. Вот, великолепная, которая, собственно, здесь, в Обнинске, открыла для себя такую звезду. Я считаю, что это на нашей, скажем так, сцене русской, это одна из величайших звезд, для меня, по крайней мере. Я думаю, кто послушает ее, тоже оценит. Так, музыкальная фея. Мелодией наполнилось пространство, на сердце стало легче и светлее, как действие чудесного лекарства. Лег мягкий голос музыкальной феи, волшебным, нежным дивом опоясан, наш мир стал ярче и чуть-чуть добрее. Танцуем в ритме сказочного танца, и песня льется музыкальной феи. Для поэта муза, наверное, является одной из самых любимых женщин. Вот такое четверостишье. Много женских имен вдохновляли его. Помнить всех, безусловно, обуза. Поразмыслив, придумал поэт божество и назвал ее ласково муза. И третье стихотворение, оно называется «Луна», так как святки, они тоже связаны с таким, с мистикой. Вот. Луна, эпиграф. Болтаешься, как маятник в часах, то в рост, то на ущерб, то кругом. Ты хочешь, чтобы я бросил белый флаг, ты хочешь, чтобы я стал другом. Хитрым прищуром скаль. Злится, смотрит исподволь инквизиция, словно бесов гоняет по полю, и страдает она по Гоголю. Черным, тайным, дырявым саваном мне бередит раны кровавые, грязным словом напишет истину. Я ее ранним утром выстираю, четко вышью белыми нитками. Если что, то готов под пытками. Горечь истины слаще патоки. Только горб исправит горбатого, а жар-птицу руками грязными не испачкаешь, желтоглазая. У меня ты в прицеле корчишься, щелк, и кончится твое творчество. Браво! Так, у кого еще есть что сказать?